Нами было зафиксировано за сутки 59 нарушений, 20 пришлось на ночь. В очередной раз приходится говорить о том, что пострадало гражданское население. Я сначала назову общие цифры, потом разделю. Погибших 11 человек, раненых 27. В основном это произошло в двух населенных пунктах. В Горловке 4 человека погибших, 7 раненых за ночь, 3 человека было ранено. В Донецке 7 человек погибших, 20 раненых за ночь, 5 погибших, 17 раненых. Основные зоны обстрела городской черты – это Кубышский район, Кировский, Петровский. Горловский центральный район. Также обстреливался город Ясиноватое. Была повреждена котельная. Город Макеевка. Поселок Батман называется. Зафиксированы разрушения частных домов, электросетей и газового обеспечения. Градостроителю 98, Байкальская 12 в Кубышском районе, Арсеньево, Кировском, Керамическая, Куйбышском стандартно 9.11, Вахрушево 2, Спартак 43, Бакия 17, квартира 1. Потери личного состава корпуса составили убитыми 7 человек, ранеными 41. Потери противника за ночь убитыми 11 человек, ранеными 37. Уничтожен один танк, 2С5, одна единица, это геоцин, Д-30, артиллерийский, орудие назовем, одна единица, и автотранспорт, 2 единицы, боекомплект. Пока все. Вопросы, пожалуйста. Что сейчас происходит в районе Авдеевки? Давайте представляться. Вы Россия, телеканал «Россия». Фамилия, имя еще можно? Андрей Рудак, телеканал «Россия». Что сейчас происходит в районе Авдеевки? Идут бои столкновения. Авдеевка делится на две части, старая и новая. Они полностью под украинскими властями или же... Нет, мы заявляли перед этим о том, что часть Авдеевки под нашим контролем. Часть. Та, которая подходит ближе к Спартаку. Это старая Авдеевка. А скажите, людей туда эвакуировали, если по-прежнему там остается гражданское население? Ну, в той части, которую мы, если люди хотят уезжать, пожалуйста, не уезжают. Ту часть мы не контролируем, поэтому мы не можем гарантировать. Спасибо. Это можно прокомментировать? Как канал, я не контролирую. Это можно прокомментировать то, что та сторона Авдеевки, которая контролируется своими силами, ввели пропускную систему для местного населения, то есть там мост связывает две части, получается, люди с помощью каких-то непонятных пропусков могут пересекать. Пропускную систему они ввели вообще полностью, разделив территорию, сюда не запускать и не выпускать людей, на территорию ДНР и ЛНР. А то, что пропускная система еще внутри они ввели, для меня это новость, я не знал. Единственное, что мы постоянно говорим, что людей туда не выпускают. Их держат вот, гражданское население как живым щитом. Поэтому и заявление, которое делает глава республики, что освобождение данных населенных пунктов, оно вот есть определенные проблемы. Потому что применять тяжелое вооружение там нельзя. Пострадает гражданское население. Мы не ведем ту тактику выжженной земли, которую применяет противник. Мы стараемся, во-первых, сохранить, это наши города, это наши люди. И жизнь – это самое ценное, что у нас в свете есть. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, об установке Дебальцево. Дебальцево идут бои.
пытаемся закрыть и не выпустить их оттуда. По нашим сведениям, разведданных, они стараются усилить свою группировку и не допустить, чтобы произошел так называемый окружение и организовался еще один котел. Спасибо. Еще? Давайте еще. Скажите, пожалуйста, вы назвали самые обстреливаемые районы, это Петровский и Кировский районы. Куйбышевский, Кировский. Которые граничат с поселком Маринка и Красногоровка. Что происходит сейчас в том направлении? Ну, Маринка, боестолкновение есть. Населенный пункт не полностью под нашим контролем. Даже как и здесь. Постепенно